Уважаемый! Слушаю вас. Мне, пожалуйста, мартини с водкой. Смешай, но не взбалтывай. Во-первых, надо сказать доброе утро. Не такое уж оно и доброе, раз мне захотелось мартини с водкой. А во-вторых, тебе 18-то есть? Когда-нибудь будет. Ну и молодежь пошла, ни стыда, ни совесть. Ни денег. Но ты же меня угостишь? Алиса, я и так весь в долгах. Малыш, запиши тебя ночь. Запиши на его счет. Можно присесть? Возражать не буду. Очень любезно с вашей стороны. Ну, просто не могу пройти мимо, когда человеку нужна помощь. А вы хороший человек. Сомневаюсь. Это моя работа. А чем вы занимаетесь? Я частный детектив. Ничего себе. А я думала, они только в кино бывают. Ну, как видите, между кино и жизнью много общего. А как вас зовут? Рудольф. А я Алиса. Очень приятно. Взаимно. Красный волк. Так с немецкого переводится твое имя. Тебя не проведешь. Спасибо. Ну что, красный волк, ты что-то вроде розовой пантеры, расследуешь всякие преступления? Ну, что-то вроде того. Но в основном мне приходится шпионить за неверными супругами или спасать бедных котят. А чем-нибудь посерьезнее занимался? Убийствами, например? Да, было дело. Расскажи. Если ты настаиваешь. Настаиваю. Дело было где-то месяц назад. Федеральный судья Олег Латунский любил погулять по парку. Если бы он знал, что с ним произойдет в то утро, он бы остался дома. Да, не каждый день судью молотком забивают. Да, причем молоток здесь очень важная деталь. Убийца оказался с чувством юмора. Виновен! У меня давно не было работы, и чтобы не маяться от безделья, я искал какой-нибудь интересный случай. И полиция тут оказалась совершенно бессильна. Как всегда. В своем рапорте не написали, что это сделала шпана. Но шпана тут, конечно же, ни при чем. Конечно, ни при чем. Шпана действует стихийно. А здесь удары наносились четко. В одно и то же место, в висок. Это сделал либо наемный убийца, либо врач, знающий анатомию. И что ты сделал дальше? А дальше я навел справки про этого судью. Ты знаешь, он торговал приговорами, как горячими пирожками. Такой продавец в мире юстиции. Ну и дерьмо. Извини за выражение. Да не извиняйся, я тоже так думаю. Значит, это связано с коррупцией? У нас все в стране связано с коррупцией. И что случилось дальше? А дальше было новое убийство. Долгое время нам пытались внушить, что западные ценности самые правильные. А что такое западные ценности? Это общество потребления, наркотики, порнография, однополые браки. Англосаксы всегда пытались нам это навязать. Традиции русского народа теперь считаются чем-то немодным, устаревшим. Мы предали идеалы наших предков и страшно поплатились за это. Погоди, погоди, это же Борис Годунов. Ну, тот сумасшедший, который хотел брать налоги с геев за их ориентацию. Борец за семейные ценности. Его нашли с перерезанным горлом на съемной квартире, которую он много лет использовал для встреч с проститутками.
Никаких следов убийцы найти не удалось. Видимо, он слишком усердно объяснял проституткам, что такое традиционные русские ценности. Самое что интересное, убийство похоже, как и с судьей. Оно показательное. Ты хочешь сказать, что убийца хочет что-то донести до людей, как Брейвик? Нет. Все банально, это месть. Думаешь? Уверен. Месть — это блюдо, которое лучше подавать холодным. Хорошие слова. И главное, в тему. Вспомнилось вдруг. Повторить? Да, пожалуй. Тебе, Алиса? Нет, спасибо. Как там говорится, тот, кто мстит, роет сразу две могилы, да? В нашем случае три. Вера Сергеевна, старшая медсестра городской больницы, стала живым, вернее мертвым, примером того, что курение вредит здоровью. Ей подложили сигареты с цианидом. Какой ужас. Я всегда боялась возможности умереть от яда. Да, страшная смерть. Чем же она такое заслужила? Ну, у каждого свои скелеты в шкафу. Пару лет назад она торговала медикаментами. Ну, морфин, там, кодеин из больничной аптечки. Администрация, конечно, не хотела раздувать скандал, да, и это быстро замяли. И Вера Сергеевна вернулась на работу, как ни в чем не бывало. Да. Россия и коррупция так же неотделимы друг от друга, как томаты от кетчупа. Да. Самое что смешно, убили ее не из-за этого. А из-за чего? Вроде все сходится. Ну да. Чей-то близкий умер от наркотиков, которые она продала. Человек решил отомстить, убив эту стерву, продажного судью, который оправдал дело, ну и депутата-извращенца, тоже как-то к этому привязанного. Да, хорошая версия. Хорошая, но не попала ты. Спасибо. Ее убили не из-за того, что она толкала дурь. У меня уже голова кругом от этих смертей. И главное, не поймешь, кто хуже. Убийца или жертва? Странно, что ты ничего не слышала об этом по телевизору. Я не читаю газеты, не смотрю телевизор. А очень зря. Для человека, совершившего три убийства, ты слишком расслабилась. Очень смешно, Рудольф. Не вижу в этом ничего смешного. Мать, откуда ты взялся?
Хотя этот случай давно забыт, но мне вспомнилась одна деталь. Фамилия погибшего – Кауфман. Фамилию, которую было кому унаследовать. Мне так плохо без тебя. Папа, я не знаю, что мне дальше делать. Ты всегда учил меня быть сильной, смелой. Но у меня не получается. Я только поняла, что не смелые выживают, а жестокие. У жестоких все есть. Извини. Прости меня, пожалуйста. Тебе это очень больно выслушивать, я понимаю, но... Но я сейчас в таком отчаянии. Я не знаю, что мне дальше делать. Спасибо тебе. Я реально очень многому научилась. Хоть против депутата и были неопровержимы доказательства, они оказались бессильны против связи. Не виновен! Да, меня зовут Алиса Кауфман. Да, у меня может быть мотив, но как это доказывает, что убийца я? А вот чтобы ответить на этот вопрос, мне пришлось побегать. Stop it now, I mean it. They're coming to get you, Barbara. Stop it! You're ignorant. They're coming for you, Barbara. Stop it! You're acting like a child! They're coming for you. Look, there comes one of them now. Кастанеда. А, привет. Привет. Хочешь жвачку из каннабиса? Нет, спасибо. Да ты не стесняйся, я много из Голландии привез. Я к тебе по другому вопросу. Укладывай. Ты слышал что-нибудь про убийство медсестры? Да, слышал. Ужасная история. Это же бросил курить. Секреты с цианидом. И кто их продает? А почему ты думаешь, что я знаю об этом что-то? Да потому что ты знаешь всех в этом городе, кто торгует чем-то незаконным. Не всех. Ну, парочку найдется. Допустим. Но ты что, всерьез думаешь, что это их рук дело? Почему нет? Это похоже на ФСБ. Отравленная сигарета. Это в их стиле. Но мне надо хоть за что-то зацепиться. Есть один парень. Да. Кличка у него Монтана. Монтана? Да. Как в фильме «Лицо со шрамом». Смотрел? Смотрел. Ну,
очень похожий товарищ. Но будь с ним осторожнее. Он опасный. Нет, Рудольф. Я не знаю, кто этим занимается. У меня менее утонченные способы. Есть один тип. Погоняло у него такое. Челюсти. Дойди до него. Может, он что подскажет. Извини, друг. Ты обратился не по адресу. Тебе нужна моя кузина. Она точно в чем-то таком замешана. Ее последнего любовника нашли в зоопарке, в бассейне с аллигаторами. Вернее, то, что от него осталось. Она, конечно, сумасшедшая, но симпатичная. Ее кличка Матахари. Сигареты с цианидом? Очень интересно. Жаль, что у меня таких не было, когда меня бросил бывший. Сукин сын. Я об этом ничего не знаю, Рудольф. Но я знаю, кто знает больше. Ее прозвище... Девушка Бонда. Мой прадед служил в разведке во время войны. С помощью этих сигарет он убил несколько офицеров Гестапо. Тебе повезло, я знаю, кто этим занимается. Его имя Остин Пауэрс. Ты, значит, меня искал? Да. У меня есть к тебе только один вопрос. Тогда не будем терять время. Ух ты! Выбирай, не торопись. Советую яд африканской древесной змеи. Угу. Посильнее, чем у королевской кобры будет. А у королевской кобры слона убивают через 4 часа. Сильная штука. Также есть вот сигареты с цианистым калием. Активируются при высокой температуре. Но если не поджечь, то они абсолютно безопасны. Хотя кого-то можно отравить и свинцом. Старый добрый Кольт 38-го калибра. Отличная пушка. Отдам по дешевке. Сигареты с цианидом. Я знал, что тебя заинтересует. Скажи, у тебя их покупал кто-нибудь? Недавно. Недели 3 назад парень по кличке Санчо Панса. Это тот вор автомобилей, лучше в городе? Бывший. Он завязал. Теперь бизнесом занимается. Ну и зачем же ему тогда сигареты с цианидом? Ну, я в дела клиентов не лезу. Это... Что за штучка? Это презерватив, зараженный сифилисом. Да ты что? Забавная подлянка. Очень. Применялась еще во время Второй мировой. Ну, а у тебя откуда? Сам делал. Мастер. Мастер, ломастер. У тебя еще вкусненько есть. Дальше все оказалось проще. Кауфман, да, есть такая. Ее зовут Алиса. Студентка? Будущий хирург. Что вы можете рассказать про нее? Хорошая, умная девчонка, очень добрая. В отличие от тех говнюков, которые здесь работают. А почему вы спрашиваете? Вы из полиции? Нет, я частный детектив. А, ну все понятно. Вы ходите, суете нос в чужие дела. Такая у меня работа. Позвольте еще просунуть свой нос в чужое дело. Суйте, но только нос. Вот вы сказали, что здесь работают одни говнюки. Вам здесь не нравится? Да я блевать хочу от этой работы. И зарплата маленькая. Ну что вас тогда держит? Угу, милый малыш, ваш? Да, мое проклятие, которое мне еще и кормить приходится в одиночку. Его отец сбежал с какой-то шалавой, денег ни на что не хватает. Меня интересует убийство Веры Сергеевны. Скажите, у Алисы был с ней конфликт? Я ничего об этом не знаю.
Здесь ваша зарплата за 2 месяца. И позвольте вам дать совет. Поменяйте работу. Только никому не говорите, что я вам это сказала. Конечно. Наш терапевт не умел держать язык за зубами, он больше не терапевт. Его уволили, лишили лицензии и чуть не посадили за клевету. Я понимаю. Вера Сергеевна, стерва, пусть земля ей будет пухом, толкала наркотики. Брала прямо отсюда, из больницы. Морфий, кодеин, метадон, да мало что еще. И Алиса решила положить этому конец. Сволочи! Фашисты! Вы не имеете права! Ах ты, сука! Гребаная тварь! Мразь! Шлюха! Подстилка ты вонючая! Да я доберусь до тебя, сука! Я тебе глотку перережу! Потом дело замяли, ее отпустили. И знаете, что самое интересное? Все знали про ее эту коммерческую деятельность. Знали, но молчали. У нас в России всегда так происходит какое-то дерьмо, все знают об этом, но никто ничего не делает. Алиса смелая девушка. Да, этого у нее не отнять. К тому же у ее семьи неплохие связи, возможно, поэтому ей боялись мстить. А где она бывает в нерабочее время? Она любит ходить в бар на улице Морг. Угу. И тут я понял, что дело раскрыто. Доброе утро, ваша честь. Убить судью оказалось довольно просто. А вот депутатам пришлось пойти на хитрость. Ты связалась с ним по интернету и под видом проститутки назначила свидание на его тайной квартире. Тебе очень пригодился скальпель, который ты стащила из больницы. Добрый вечер. Можно я задам тебе один вопрос? Задавай. А тебе есть 18? Когда-нибудь будет. Ты меня, конечно, не помнишь. Как и моего отца. Да это и не важно. Послушай сюда, ублюдок. Не народ должен бояться власти, а власть народа. Свершилось. Твой отец был отомщен. Но убийство порождает еще убийство. Алиса, ты вчера опоздала на полчаса? Что-то случилось? Нет, ничего. Уверен.
Извините, такого больше не повторится. Ладно, на первый раз прощаю. Я могу идти? Нет, еще кое-что. Позавчера со склада пропал списанный скальпель. Санитар делал учет и не обнаружил его. И что? Ты ничего об этом не знаешь? Я не занимаюсь списанным оборудованием. Знаешь, ты мне никогда не нравилась. Заносчивая, упрямая. Но сейчас ты мне не нравишься еще больше. Все злитесь из-за того недоразумения? Нет. Я просто знаю, что ты что-то скрываешь. Какой у вас интересный портсигар. Нравится? Не угостите сигареткой. Ты же знаешь, я никому не даю свои сигареты. Ну, может, сделайте исключение. Только не для тебя. Иди, заполняй истории болезни. А вот тут и пригодились отравленные сигареты, которые тебе достал твой брат по кличке Санчо Панса. В миру просто Лёша Кауфман. Алиса моя сестра, тут вы не ошиблись. Но в остальном полный бред. Вы насмотрелись Коломбо, друг мой. Ну, я так не думаю, во-первых. А во-вторых, мне нравится мисс Марпл. Ну и хорошо, если это такой бред, то зачем мне в пиво надо было подмешивать яд? Вы думали, я ничего не замечу? Кодовые слова? Шалупеня. Месть — это блюдо, которое лучше подавать холодным. Повторить? Да, пожалуй. Тот, кто мстит, роет сразу две могилы, да? В нашем случае три. Испортили хорошее пиво. А я так и знала, что рано или поздно за нами кто-нибудь да придет. И поэтому нужно обязательно убивать человека. Алиса, тебе не кажется, что в этой истории и так слишком много трупов? Ну а что бы вы сделали на нашем месте? Алиса, и ты с этим бы могла дальше жить? Я не знаю, но если бы я это не сделала, то точно бы не смогла. У меня есть один приятель, который помогает людям, таким как вы. Если легавые сядут вам на хвост, то звоните ему по этому номеру, и он вам поможет. Почему вы помогаете нам? Я же уже говорил, если людям нужна моя помощь, я не могу пройти мимо. Прости, что мы пытались тебя убить. Ничего страшного. Я уже привык. Красный волк. Да. Мне кажется, это начало хорошей дружбы.